Всем привет, с вами канал Кэмэталикс. В этом видео мы с вами посмотрим на Ребекку Стим из серии Coffin Bee. Про коробочку я рассказывать не буду, просто покажу вам ее, потому что она такая же, как и у всех предыдущих кукол из серии Coffin Bee. Быть самим собой, часы уж бьют 13, но не спеши пугаться. Зачем тебе чужой успех? Не бойся себя, ты круче всех. Знаю точно, если ночью страх уйдет с ужасным криком. Теперь же распакуй ее. Вдохни поглубже, стань самый лучший. Ты здесь за право пугать, борись. Школа — это жизнь. В школе монстров учат нас. Monster High — это высший класс. Пусть мы несовершенны, и у нас это... Ну что же, я достала ее, и уже она мне очень-очень нравится. Красивая девочка, красивая Ребекка. Перейдем к ее обзору. Очень меня порадовала эта Ребекка. Мне она также очень понравилась из этой серии. У меня есть несколько любимец из этой серии, и она в их числе. Волосы у этой Ребекки насыщенно синие с светло-синими прядями. Качество такое же, как и у базовой Ребекки. Челка полузакрученная, но сильно залакирована. Прическа в стиле мальвинки. Все остальные волосы просто с волной. Также в волосах есть черные пряди. Макияж у этой Ребекки вроде бы не сильно яркий, но из-за ее тона кожи, мне кажется, делает ее яркой. Это красная помада, голубые и синие тени. Из украшений у Ребекки есть на правой ручке широкий браслет. Такого медного цвета, очень под стать ее коже. И, в принципе, такой браслет мы уже видели у одной из Ребекки. Очень миленький наряд у этой Ребекки. Это платье выполнено из двух видов ткани. Сверху молочно-черные полосы. Есть принт шестеренок такого бронзового цвета. Вверху есть брошка, также бронзового цвета. Но мне кажется, она должна быть немного ниже. Это сердце внутри какого-то механизма и свисает шестеренка. Само сердечко красного цвета. То есть, кажется, немножко надо было пришить его ниже. Белые прозрачные рукава и насыщенно сине-голубая юбка. Также есть принт разных шестеренок. Присутствуют бирюзовый, розовый и черные цвета. Обута Ребекка в ботильончике с открытым носочком. Но такую обувь мы также уже могли видеть. Это делюксовый набор одежды для Ребекки. Только здесь отличается цветовая гамма. Молочные сами ботильончики и черный каблучок с подошвой. Как вы знаете, в комплекте идет только напиток для девочки. Ни подставок, ни расчесок, ничего-либо другого в наборе нет. У Ребекки это такая чашка в виде банки с тиснением черепка школы Monster High. Сама чаша прозрачна, какая-то голубо-бирюзовая что-то. Какой-то такой цвет, непонятный. И внутри, мне кажется, как бы шоколад. Ну что же, мой видеообзор про красавицу Ребекку подошел к концу. И радует то, что такая красавица вошла в бюджетную серию. И ее можно приобрести за небольшую сумму. Всегда приятно, когда красивые куклы в бюджетной серии. Ну что же, всем спасибо за внимание. Пока! Вдохни поглубже. Стань самый лучший. Ты здесь за право пугать, борись. Школа — это жизнь. В школе монстров учат нас. Monster High — это высший класс. Пусть мы несовершенны, и у нас это в роду.